Всем привет. И вы можете заметить, чуть-чуть здесь все изменилось. Ну, это ничем не будет влиять на работу. Слегка изменился стол мой. Ну, ничего. Продолжать буду так же. Но для начала хочу рассказать то, что сегодня я буду лепить довольно-таки интересную вещь. Сегодня я буду лепить... Вроде бы это аниме, а вроде бы нет. Ну, да, это аниме. Я его сам не смотрел, но надрезочки видел. По превьюшке вы можете понять то, что называется оно «Атака титанов». Да, по аниме «Атака титанов». Для начала я взял два пластика и сделаю саму платформу. И, кстати, хочу сказать, у меня появился свой ТикТок, ссылочка будет в описании. И все видосики, которые будут, которые я рисовал, помните, на моем этом канале вроде где-то два видосика есть, там, где я не лепил, а рисовал. Теперь такого формата видосики будут выходить в моем ТикТоке. Да, я его завел примерно вроде вчера. Ну и, конечно же, подпишитесь. Смотрите, может быть, вам и понравится. Но я продолжаю лепить. Ну, я и взял еще один кусок пластилина. Я хочу сделать сейчас стенку. Довольно-таки будет небольшая. И вы можете заметить то, что у меня все руки какие-то... То есть пальцы. Какие-то такие, не знаю... Ну, не очень. Так как... Сейчас на меня попал суперклей. Так ненавижу, когда попадает суперклей. И когда он попадает, потом у меня там какие-то появляются там неровные поверхности на пальце. Все в клею. И когда я леплю, сейчас вот прям леплю с пластилином, он получается тоже кривой. Суперклеем работать довольно-таки трудно. Стенку выравнивать я прям не буду, так как ее все равно разрушат.
Мне кажется, я заморочился больше на этой стене. Да, ее делать не настолько-то легко. Хотя, осталось совсем чуть-чуть. Ну а сейчас я хочу нарезать куски камней каких-то, чтобы потом куда-то там, не знаю, положить там, типа, это развалина. Ну, пригодится мне еще это. Так,